Ребят, всем привет. Кто-то спрашивал про свежие поставки Фукс, Тотал и Роснефть. Вот свежие поставки Фукс, Тотал и Роснефть. Тотал еще запасы старые, бочковые. Фукс это продукт, который делается до сих пор. Все нормально происходит. Роснефть тоже заводится нормально. И поэтому с этими продуктами, по крайней мере, по сервисным продуктам бочковым, проблем пока что особых нету. Но, конечно же, это до осени, до сезона. Пока что вот кое-что приходит. Так что особо любителям брендов Total Fuchs и Роснефть паниковать не стоит. По бочковым продуктам, касаемо сервисных продуктов непосредственно, все есть.